журналист BoxingNews.com Дэн Эмброуз назвал возможную причину, по которой американец Флойд Мейвезер-младший верит в победу Сауля Канело Альвареса над Геннадием Головкиным. Большая победа Головкина над Канело заставила бы многих фанатов бокса напрочь забыть о Мейвезере. Головкин и Канело захватили бокс, в то время как Флойд заинтересован лишь в явном мисс-матче против Конора Макгрегора. Некоторые могут посчитать, что Мейвезер предвзято относится к Канело, поскольку он единственный, кто победил главную звезду Golden Boy Promotions. Победа над Канело является самой большой в карьере Флойда, хотя он дрался и с более талантливыми ребятами, вроде Диего Коралеса и Хосе Луиса Кастиля. К тому же Канело был тогда в расцвете сил, в отличие от постаревшего и травмированного Мэнни Пакьяо. Жаль, что Мейвезер ждал 6 лет, чтобы сразиться с Пакьяо, потому что это была бы его самая значимая победа. Если Головкин победит находящегося в расцвете сил Альвареса без кэтчвейтов, это заставит поклонников бокса забыть о достижении Мейвезера. Победа Головкина определенно затмит победу Флойда, особенно если он отправит рыжего мексиканца в нокаут. Мир бокса начнет сходить с ума по Головкину, написано в материале.